На повестке дня вновь вопрос незаконной застройки солдатского пляжа. Именно с такой формулировкой депутат Государственной Думы Алексей Журавлев направил запрос генеральному прокурору России Юрию Чайке. Поводом для запроса послужило обращение жителей Севастополя, сообщает пресс-служба «Политика». В своем письме на имя Алексея Журавлева представители инициативной группы севастопольцев сообщили, что в прибрежной зоне микрорайона Омега-2А компании «Интерстрой» начато строительство объектов жилой инфраструктуры, возведение которых может перекрыть доступ граждан к общественному пляжу и лишит их традиционного места отдыха. Указано, что разрешение на строительство было получено без проведения общественных слушаний, а застраиваемая территория не имела проектов планировки и межевания, которые в обязательном порядке требуются при получении разрешения на строительство. Учитывая широкий общественный резонанс, вызванный попыткой застройки солдатского пляжа Севастополя, а также тот факт, что возведение многоэтажных строений вблизи берега может действительно нарушить право граждан на доступ к общественному рекреационному ресурсу, прошу вас дать поручение проверить факты, указанные в обращении, и в случае их подтверждения принять необходимые меры прокурорского реагирования для защиты законных прав и интересов граждан от незаконной застройки, говорится в запросе Алексея Журавлева на имя генерального прокурора Российской Федерации. Отметим, что в 2014 году Журавлев фактически стал первым российским политиком уровня депутата Госдумы, приехавшим поддержать севастопольцев после митинга народной воли. 26 февраля он выступил на площади Нахимова в ходе импровизированного митинга. Что же касается солдатского пляжа, то сбор подписей против застройки, начатой организацией Севпарки, продолжается. Волонтеры будут работать по всему городу. Общественники предлагают обустроить на территории всего мыса восточный спортивно-рекреационный парк «Зенитка» с общественным пляжем. Думаю, это пространство будет многофункциональным. И оно сможет дать большой толчок и вектор для развития как спорта, так и здоровья жителей Севастополя и гостей. Комментируя правомерность ведущегося вблизи солдатского пляжа строительства, губернатор Севастополя сообщил о личном неприятии застройки прибрежных территорий. Крайне негативно. Абсолютно негативно. И строительство вблизи прибрежной зоны считаю крайне негативно. Но я не могу, как глава города, базироваться на своем личном убеждении каком-то. Я должен жить по закону, понимаете? Я приветствую любые комиссии, которые могут проверять. И вы знаете, что прокуратура, генеральная прокуратура нам спать не дает. Поэтому правовую оценку пусть дают соответствующие надзорные органы. Заявление Севпарков мы рассмотрим. Поставить подпись в защиту солдатского пляжа под обращением общественности к городским властям можно по следующим адресам, которые вы видите на экране. Среди них как постоянно действующие точки, так и места, где будут собирать подписи единоразово. 20 сентября в офисе Севпарков на Пожарова и на фестивале «Велоночь» 23 сентября на площади Нахимова.